есть прилавки с распродажей. Цен не знаю, наверное, нужно спрашивать. Но многие из вас любят такое цветное стекло. Рассматривать. И думаю пользоваться. Чернильница, она же подсвечник. Ох, навертили, ох, по-царски. Здесь серьезная, конкретная аллегория. Очень красивая. И вот эту барышню хочется вам показать. Уж очень хороша. А, она сыпет к цыпляткам. Смотрите, есть надпись. Принтемпс. Она сыпет цыплятам зерно. Против света, поэтому вам ничего не видно. Здесь также стоят вот такие старые телефончики. А может быть, просто под винтаж. Столик вот такой же тоже, видите, можно приобрести. Вот этот замечательный столик с марки 3. Марки 3 вы уже все знаете, да? Это сочетание разных пород деревьев в рисунке. Родной, я понимаю, так понимаю, ключик. Ага, ой, какой шикарно так защелкивает. Откроем? Нет, не будем рисковать. Но чернильница великолепная. Что, идем дальше? Там еще много-много роскоши. Люди гуляют. Пьют шампанское, закусывают, смотрят для себя что-то, находки разные. Полочка в стиле моих полочек. Помните, у меня такие полочки? И, кстати, та же тематика, что на... Вот красил я кого? Шкафчик. Вот такой интересный еще есть. Полочка и зеркало, экспонатик. Выбор огромный. Выбор огромный всего-всего-всего. Сафо, Франция, бронза, литье, патинирование, скульптор указан. Древнегреческая поэтесса и музыкант. Автор песенной лирики была включена в канонический список 9 лириков. Красавица. Такая удивительная находка. Это трость. И посмотрите, какой у нее наконечник. Это же бинокль. Трость, она же бинокль. Обалдеть. Можно вдаль посмотреть, где твоя собака. Или где твоя супруга. Вот так вот смотрим. Ой, так там еще и надпись Париж. Слушайте, шикарно. Это что, 196 тысяч, да? Или нет, это, наверное, номер. Сколько же стоит, интересно. 60 тысяч она стоит. Это прекрасная вещица. Или что у нее еще и выдвигается вот эта штука. Задвинете, покажете? Ага, вот так. Я попросил поснимать какой-то невероятный набор. Вижу комплект настольный. Что это такое? Это какое-то чудо. Это нечто. Это целый набор. Две раковины, или как их назвать, две баночки, а третья плоская под зубные щетки, да, и пасту, щетка, боже, как это красиво, тяжеленькая, это, по-моему, конный волос был, или что, я не, ну, наверное, скорее всего, боже, какая невероятная красота, вы посмотрите только, и зеркало, угу. Фальцет сохранился. Ты же хотела щеточку мусор сметать с тобой. А, еще два вот таких, не знаю, вместе это или не вместе, но даже вот это роскошь невероятная, просто королевское что-то. Эта лампа привлекла мое внимание, она небольшая, невысокая, но очень миленькая. Роспись на стекле, ножка шикарная. И утонченный купол из стекла. Мне кажется, козел какой-то невероятной красоты с ящерицей стоит здесь. Горный.
рога чего стоят одни. Красота. Это я понимаю, полка. А сколько такая стоит, подскажите? 45 она стоит. Со львами. Ох уж какая красивая. И хорошая длина. Очень красивая. Здесь по 500 рублей. Тарелочки вот эти очень, кстати, красивые вот эти. Большие. И нижние тоже. Зеленые. Так. Здесь тоже, наверное, по 500 рублей кружечки. Это все по 1000. Кувшинчик. Этот подсвечник, кстати, красивый очень. 1000 рублей. Целый, не отбитый, интересно. Нормально. Нет, отбитый вот здесь. Вот. Что-то деревянное там есть. Уже не будем доставать. Петушок горит. Кстати, вот они, рамки. Сейчас мы узнаем, почем. Подскажите, а рамочки у вас почем вот эти? Они не продаются. Не продаются? Угу, для собственных целей. Кстати, я вам не хвастался, а я купил зеркало, и, по-моему, вот точно такое же. Но я его купил в Питере, оно пока там. Маришка забрала, моя помощница. По-моему, точно такое же. Это роскошная Франция. И вот это вот тоже моя мечта. Это умывальники вот такие роскошественные. Сейчас тоже спрошу, какая цена. Это, наверное, они, может быть, даже вместе идут кашпо, скорее всего. И умывальник. А, нет, сюда водичка льется из умывальничка. Да, это комплект. Так, батончик утащим с вами. Съедим сладкое. Шампанское выпил, ничем не закусил. А, нет, вру, я закусил, но до шампанского. Сыр тоже носили. Сыр и с этим. Ну, шпажки, вон девушка красила такие шпажки. Сыр и виноградинка сверху. Девушка смотрит себе тарелочки. Как раз мы как раз можем тоже рассмотреть. Очень красиво, невероятно. Кстати, по 500 рублей. Да я знаю, я посмотрела. Это я зрителям говорю. Вы 3 берете, да? Нет, я не беру 3. А, не берете? Хотите, могу вам дать. Я сейчас подумаю. Подумайте, еще красиво. Да, очень красиво. Как это сказать правильно? Перенести в эту сказку, в эту картинку. И многие из вас потом поехали, что-то нашли для себя. Нашли этих продавцов. Да, красиво много, очень, очень много. Пойду дальше. Это такая шкатулочка гроздь винограда. Попробуем открыть. Открывается. 8000 она стоит и даже с подписью. Там внутри написано, ронять нельзя. Внутри, говорю, написано, ронять нельзя, дорого стоит. Очень красивая вещица, да. Атмосферная. Здесь какие-то приборы лежат красивые. Нож и вилка для мяса. Здесь целый комплект такой же. Это для салфеток. А, это у них стаканы, я видел. Но здесь я не заметил вот эту шкатулку роскошественную. Фарфор. Ах, какая там работа тончайшая на металле. Смотрите. Да. Еще и медальон сверху. Кто там уходящие вдаль люди спиной к нам? Очень красиво. Эдвардианский, типичный эдвардианский вариант, причем абсолютно идеальной сохранности, понимаете? Угу, то есть так раз раскрылась. Ну, здесь другая история несколько. Угу. Угу. Интересно. Берешь и берешь. Вот, поэтому не хочу вас пугать, но будет какая-нибудь. Это 5000. Между прочим, как это называется? Ну, там что-то посеребрением, да? Шерсть,
прошу прощения, шелк. Внутри шелк, да. Шелк. Ну, 5000, ну о чем это? Ну, это же ни о чем вообще. Да, очень красивая. Здесь, посмотрите, какие-то уже, это, наверное, брошь. А это... Тоже, что ли, брошь? Нет, это там от отставляющая лапка такая, портрет. Ой, вот этот невероятный. А вот этот из чего? Черепаха, что ли? Это черепаха, конечно, не что ли, а просто, извините меня, подвиньтесь, извиняюсь, на одесский жаргон. А сколько такой стоит? Черепаховый орнамент, дорогой стоит, с перламутровыми вкраплениями. Поверьте мне, здесь есть еще и запись, но это даже не столь важно. Важен вот этот, весь антураж, понимаете? И вот еще один такой у вас, да, подобный? Да, они вместе были. Совершенно верно. Очень красиво. Но это не столь интересно. Вот это здесь с точки зрения эстетической, то есть художественной, сам портрет никакой. А вот этот неплохой, кстати сказать. Флакончики еще. Именно орнамент. Орнамент заслуживает внимания. Редкостный. Это хрупкий материал, понимаете? Это американское серебро, здесь клей. Фарфоровые наперсточки. Да. А здесь герои всяких Конан Дойля и Диккенсовских. Так называемые. Чарочки, кружечки, характеры, они здесь прописаны такие конкретные. Состояние неплохое, Отличное состояние. Хорошее состояние. Тоже черепаха. Смотрите, здесь расшито все. Это серебро с черепахой. Комплект или нет? Черепаха. А комплект или нет? Нет. Не обязательно, да? Нет. Здесь пряжки еще вижу, вот я такие. Я стою, как такая дама, понимаете, я дворянская. Ну, у вас и платье роскошное, все вышитое. Это что-то невероятное. Это что-то прекрасное. А сколько такая стоит? 36. 36. Очень красивая, глубокая. Красота, глаз не отвести. Вышивка такая яркая. Да. И 40. Путь. 40. тысяч. А вот это какая, смотрите, каподимонт или что, невероятно, какой-то пузырь такой висит. Цветочек внизу. Вам его не видно просто. Комплект какой-то красивой посуды. А чье это? Это Англия старая. Старая Англия. Две чашечки, три блюдечка, две пирожных и одно блюдо побольше. А это стопочки-перевертыши. Можно ставить вот так. А, нет, он более полный. Вон он дальше, продолжение. Просто это здесь стоит. И вот этот комплект красивый очень. Что-то тут здесь есть, что-то да. Англия. Вот там, видите, летают тарелки. Наверное, серебряные. Да, это красиво. Барышня тоже роскошная. Ну, как я вам и говорил, на Тишинке, наверное, самый лучший товар. Шикарные канделябры с Путти. И зеркало к ним подходящее. Но даже, наверное, более подходящее к ним вот это зеркало. Здесь лавка, так ее назовем, лавка. Витрина с кимоно различными.
хотите кого-то удивить, выйдите на красную дорожку в кимоно, вот в таком. Кстати, очень красивое. Вот это роскошное, прямо царское. Здесь еще одно лежит. Вот это вкус у барышни. Посмотрите, какой у нее, как у нее убраны волосы. Какой-то очень красивый, красивый головной убор. Она просто танцует под эту музыку. А это играет. Птенцами. Птенцы в гнезде. Шикарный комод шнуазри. Столик к комоду стоит. А, это, по-моему, ну да, это керамика с росписью. И какие невероятно красивые сами эти, господи, как это? Рамы. Ой, как красиво. Обалдеть. Здесь еще узкие висят внизу. Тоже роспись 35 тысяч. Это 75, тоже 75. И это тоже 35. У входа, где я начинал вам снимать. Ну, 2 часа уже прошли. Вот я что успел, наснимал. Посмотрите, здесь какая яркая обливная керамика. Очень все красиво. Вон 2 попугая, кашпо. И там наверху вазоны какие. Тарелки огромнейшие. А, собака поймала шляпу. Спасибо вам большое, что не за... Пепельница, да? Не вы здесь? Наверное, скорее всего, пепельница. Сюда монетки класть. Манерочка 25 тысяч. Ложечку вставляете сюда. 18 тысяч. Подошел я к нашей знакомой. Екатерина ее зовут, у которой много-много аксессуаров различных. Я уже вам снимал, и все были в восторге от ее предметов, от ее вещей. И сразу привлекло внимание вот это вот брошь, это кулон, да? Открывающийся, да? Это локет. Локет. Коллекционной марки Hobe. Hobe многие называют. Марочку. Это букпис из настоящей раковины камея сделана. Угу. Потрясающие кристаллы, как бриллианты. Угу. 30 тысяч, да? Серебро там или что, нет? Нет, это бижутерный сплав высокого качества, то есть 60-е, 50-60-е годы, в такой сохранности роскошной. А это? Это Джозеф Уорнер, Америка, примерно 60-е даже годы. Ну, цены вы видите, удобно очень, на оборотной стороне. Достаточно большая. Объемная, да, она такая, 3D-эффект. Это редкая марка Жанна с крупным кристалликом. Цвет камня, да, интересный? Да. Особенно видно на видео. Как watermelon такой, да, переливается. Uh-huh. А браслеты такие? Это, да, White and Davis. Необыкновенно редкий браслет. Вот за всю коллекцию собираю я более 7 лет. Впервые такой встретился. Клипсы к нему встречаются намного чаще, а браслет один раз встретился. Mm. А вот этой же марки Jean есть вот еще такая необыкновенная брошь. Такой завуалированный мальтийский крест, который можно распознать только с оборота из-за кристаллов. Mm. А это? Привезен из Америки, безымянный, но довольно такой породистый. Ну да, породистый. Хорошее, по-доброму слово. А вот это сережки, да? Это стерлинг в кору, да, бантики.
серебряные, с винтовым механизмом старенькие. Роза роскошная, с натуральным камнем. Это не маркированный пески. Матовое, текстурированное золото, бижутерный сплав. Соглашайся быть богатым, соглашайся быть счастливым. Оставайся, Ваня, с нами, будешь нашим королем. Ты будешь нашим королем. Ла-л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 а